станция переливания крови Югры получила награду Всероссийского конкурса. В Москве подвели итоги масштабной акции «Культурный код донора». Она объединила более 200 тысяч человек из 60 регионов страны. Медики и работники культуры совместно реализовали свыше 1000 творческих проектов и собрали 100 тонн донорской крови по всей стране. Также в ходе акции состоялся марафон донорских практик. Лучшие были отмечены наградами. Так, в основной номинации статуэтку в виде жар-птицы, главного символа акции, получила окружная станция переливания крови. Ее сотрудники настолько прониклись культурным направлением в донорстве, что, несмотря на завершение конкурса, продолжат и дальше внедрять креативные практики для популяризации этого направления. О проведенных мероприятиях могу вот сказать: в Сургутском музыкальном колледже наши специалисты и доноры были приглашены на органный концерт, который отыграли их ученики и преподаватели. А мы провели лекцию ознакомительную. Кто может стать донором, для чего это делается, в общем, привлекая как можно больше, пополняя ряды наших доноров свежими кадрами. В Нижневартовске в анимационной студии «Лимвой Мули» был создан анимационный мультик о службе крови. Донорство – это помощь людям. Донору важно быть здоровым и иметь хорошие гены. Существует 4 группы крови. Отмечу, в 2022 году донацию прошли почти 20 тысяч югорчан. В результате в округе удалось заготовить более 36 тысяч литров крови и ее компонентов. Напомню, с этого года в Югре запустили новый сервис для доноров. Теперь жители нашего округа могут через сайт госуслуг получить справки об освобождении от работы в день процедуры забора крови и предоставлении дополнительного дня отдыха после нее. Электронный документ подгружается в личный кабинет портала автоматически в течение недели и выдается в дополнение к привычному бумажному.